Смотрите, ребятушки, мы с вами посмотрим сейчас трейдик, что же нам могут предложить за нашего крокодильчика. И что же мне, в общем-то, ставят? Мне ставят Флайрайд Дракошу. Уже интересно, смотрите, на нашего ультрарарного петика предлагают довольно неплохого пета, еще и Флайрайд. Но я думаю, что стоит отказаться от первого трейда. И, ребятки, всем привет, с вами я, Бабка Шоу. И, в общем-то, сегодня мы с вами посмотрим, что же могут нам люди предложить за вот такого вот классного Флайрайд Крокодильчика, который у нас был в старом яйце джунглевском, в общем-то. И давайте сейчас с вами посмотрим, что же могут за него, в общем-то, дать наши донатеры. Смотрите, ребяточки, вот, в общем-то, наш уже второй трейдик. Сейчас будем смотреть, что же нам могут предложить за нашего суперского крокодила. На самом деле, пэт очень красивый, и если бы была возможность, я бы оставила его, конечно же, себе. Ну, мы давайте с вами хотя бы посмотрим, что же за него предложат, чтобы, если вдруг у вас будет такой крокодил, у вас не возникло с ним проблем. И вы его могли, в общем-то, знали, на что его следует обменивать, на что будет обменять хорошо, а на что плохо. И смотрите, еще сразу же трейдик нам приходит, сейчас посмотрим. Вот такой вот райд пэтик, еще флайрайд, вот такой вот тоже классный дракончик, но думаю, что тоже нужно отказаться от этого трейда, потому что он нам уже предлагал, мы ему отклонили, он добавил немножечко, но я думаю, что опять стоит нам отклонить. И давайте будем ждать следующих трейдов. Та-та-та-та-та-там. Ребята, снова новый трейдик. Сейчас будем с вами смотреть, что же нам предлагают, в общем-то, за нашего крокодила. Ну, давайте-ка поставьте мне что-нибудь прикольное, на что я точно соглашусь сразу же, прям как только увижу. И вообще, а где пэтик? А где, в общем-то, пэтик? Я жду какого-нибудь трейда. Возможно, она ушла в АФК, пока я уходила, в общем-то. Ну, давайте тогда отклоним трейдик. И посмотрим, в общем-то, что нам предлагают в следующем трейде. Да. Что нам предлагают, в общем-то, вот в этом вот трейдике. Давайте посмотрим. Надеюсь, ну да, ясно. Она опять мне предлагает одно и то же. Это просто очень скучно. Одни и те же трейды. Ребят, просто очень, в общем-то, солидарен с теми людьми, которые бесятся, потому что им предлагают одни и те же трейды. Ребят, это прям вообще... Не предлагайте одно и то же, если вы видите то, что я, например, отменяют трейдики, или другие люди любые отменяют трейды, не предлагайте больше. Вы можете предложить еще раз, но не 100, не 200 раз, потому что это реально выводит. Если я отказалась, то я не изменю своего, в общем-то, решения. Почему я должна отдавать вам пэта, если отказалась первый раз? В общем-то, довольно странная логика. Ну, в общем, лучше так, конечно, не делайте. Так, ребятки, смотрите, еще один трейдик нам приходит. И что же нам интересно хотят поставить на нашего крокодила? И неужели снова дракон? Это уже второй человек или третий даже, который мне предлагает одинаковые трейды. Все предлагают этого дракона. Ребят, дракон не ценится. Дракон уже реально не ценится. Его стали меньше ценить, потому что он есть почти у всех. Смотрите, попробуйте купить себе яйцо за 600. Ну, 3-4 яйца. Вам в любом случае практически выпадет легендарка. Это прям, ну, очень большой шанс выпадения легендарки. И эта легендарка, скорее всего, будет драконом. Потому что единорог выпадает реже. А вот наш дракон постоянно выпадает, и как бы, в общем-то, вы не старались, в общем, постоянно выпадают драконы. Мне лично дракон выпадал 4 раза из яиц, только дракон. Единорожка выпала всего один раз из кракнутого яйца, но это прям очень-очень повезло. Мне с девочкой обменялась, короче, я ей дала, в общем-то, какую-то арктическую лису, что ли, ультраредкую, и мне из ее яйца выпала легендарка. Я тогда капец офигела, ну, в общем, классно получилось, и почему-то мне никто больше на этом сервере ничего не хочет давать за крокодила, хотя крокодил, конечно, очень крутой. Ребятки, посмотрите, как же классно он выглядит. Просто открывает свой милый ротик. На самом деле он может вас просто заживать, как, в общем-то, банан во вчерашнем ролике. Кстати, ссылочка вылезет, посмотрите, там просто Бабка Шоу всех ела направо и налево. Смотрите, ребятки, на нашего крокодила приходит трейдик, и что нам предлагает? Флайрайд какого-то суриката, не он, флайрайд вот такого ленивца, уже интересно, довольно интересно, санки и вот такой вот синий, в общем-то, мотоцикл. Но, кстати, синий мотоцикл особо никто не трейдит, поэтому мы отказываемся от трейда, хотя ленивец мне, конечно, понравился, он стоит подороже, чем наш крокодил. Но, блин, не хочу ультрарарных пэтов, честно говоря, хочу на Лего обменяться. Если уж меняться, то на Лего, либо, конечно, на звезду. Но, в общем, у нас есть такой план. Сейчас мы с вами, ребятки, смотрим, что же предлагают. Если какой-то это будет супер трейд, я скажу, что да, ребята, вот на это нужно меняться. Мы не будем с вами меняться, мы подарим этого крокодила Софи, а она, в общем-то, в свою очередь отдаст нам свою райд-звезду и, конечно же, китайскую лампу, про которую я тоже вам сниму обзор, если хотите, пишите в комментариях. Потому что, по-моему, китайскую лампу тоже надо потрейдить, чтобы вы видели. У меня есть видосик на канале, но на английском языке, это не очень приятно, поэтому давайте мы, в общем-то, снимем видосик на русском языке вот в таком вот нашем любимом формате от Бабки Шоу. Ребят, мне кажется, со мной никто не трейдится, потому что у меня вот такой вот костюм. Какой-то довольно странный. Давайте, в общем-то, поменяем его. Мне кажется, что да, это зависит от этого. И смотрите, мне кто-то предлагает трейд, но мы же переоденемся вот в такой вот костюм. Мне кажется, так будет больше трейдов. И смотрите, мне предлагают вот такого райд-грифона. Уже довольно неплохо. Грифон, вау!
Ладно, она убрала, жаль. Если бы она предложила, я бы, возможно, даже согласился. Но она сама, в общем-то, отклонила свой же трейд. Ну, странно, ну ладно. Такое тоже бывает. И что же нам, ребятки, в общем-то, предложат? Смотрите, Flyride лошадь. Уже интереснее. Лошадь у нас за робоксы. Довольно красивый пэтик. Но если бы он был неоновым, я бы просто согласилась без раздумий. Потому что неоновый просто супер-пупер красивый, ребята. Если у вас есть вот такой вот неоновая лошадь, просто пишите мне. Я, в общем-то, вас найду. Добавлю в друзья и хочу вам что-нибудь предложить. Но на самом деле у меня даже особо нет предложить. Но как будет, я обязательно вам что-нибудь классное предложу. Потому что это просто суперский-пуперский пэт. Смотрите, мне еще один трейд предлагают на этом сервере. Сейчас посмотрим, мне предлагают райд кошечку. Розовая кошка, еще и райд. Вот такая черепашка, довольно неплохо, кстати. В общем, ну он сам отклонил трейд. И, ребятки, вот что я думаю. Нам, похоже, пора с вами переходить на другой сервер, потому что здесь нас уже практически все знают. И все, кто хотели нам предложить трейды, начинают предлагать его по второму разу. Это не очень хорошо. И поэтому мы сейчас с вами перейдем на другой сервер и будем там уже смотреть, что нам предложат за нашего супер-пуперского крокодильчика. Смотрите, ребятки, я стала Дио, и теперь мы будем, в общем-то, трейдить всех пэтиков, в общем-то, с нашим Дио. Думаю, что если люди будут видеть такого вот злого злодея, они будут просто отдавать всех своих пэтов мне абсолютно бесплатно. Ну, по крайней мере, возможно, так будет, а возможно, нет, ребят. И давайте мы сейчас с вами еще раз ставим. Последний раз посмотрим, если никто не откликается на наше объявление о продаже крокодила, то мы просто уходим с вами на другой сервер, потому что, думаю, здесь ждать нечего. Если, в общем-то, нам ничего не предлагают, то значит, нам ничего не предлагают. Ты посмотрите, какая классная мега-неоновая летучая мышь. Просто выглядит довольно суперски. Ну, особенно мне нравится, конечно, синий цвет. Остальные такие себе цвета, особенно фиолетовый, так себе. Но, блин, синий цвет выглядит просто бомбезно. Смотрите, я уже на новом сервере, и вот мне пришел первый трейд. Сейчас мы с вами посмотрим, что нам предлагает это Flyride Toucan. На самом деле, пэт довольно красивый, но дело в том, что, ребята, он очень сильно обесценился, и за него не дают ничего абсолютно. И я уже пробовала снимать видос про Flyride Toucan, что на него трейдят, но получилось так, что мне абсолютно ничего не предложили, и поэтому я, в общем-то, и не затрейдилась ни с кем. И, в общем-то, поэтому мы теперь бегаем и ждем наших трейдов вот на этом вот сервере. Надеюсь, что кто-нибудь захочет с нами обменяться, потому что здесь пэты примерно такого класса, как и наш крокодил. Не намного дороже, поэтому здесь реально можно попробовать обменяться. И давайте будем ждать трейдиков. Смотрите, трейд, неужели что-нибудь прикольное нам сейчас могут предложить? Что, ты серьезно? Ты что, не шутишь? Ребята, если он не шутит и реально обменяется на вот это, вот своего классного пэта, блин, ребят, неужели этот, в общем, я просто не знаю, что говорить. Я не верю своим глазам, давайте мы нажимаем на кнопочку «Ацеп». Что? Серьезно? Обалдеть, ребята, это самый лучший трейд в моей жизни. Я просто не понимаю, как я так затрейдилась. Просто, ребят, у меня нет слов. Ребятки, смотрите, просто какого обалденного дракона мы с вами получили. Это просто какой-то шок. Такого трейда вы не встретите еще нигде. Так что, ребята, если у вас есть крокодил, не спешите его обменивать на всякие леги. Подождите, мне видели, много раз предлагали дракошу. И я, конечно же, отказывалась. Думала, что мне что-нибудь могут предложить получше. И просто посмотрите, что мне предложили. Да, я дождалась своего трейда. Это вот такой вот суперский неоновый дракон. Ребята, если вообще, если вам понравился трейд, то обязательно поставьте лайк. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. В общем-то, шлепните ваши ладони по кнопочке лайка. Всем спасибо за просмотр легендарной внучатки. Всем пока!